утро, друзья. Вот так вот вороны нас встречают. Мы с вами на Плюхафыне. Идем на фломарт. И вот сегодня наконец-то что-то там я вижу издалека. Будем смотреть. Много, конечно, не покажу. Будний день. И это еще далеко до полных объемов хороших фломартов. Но надеюсь, что-то будет интересное. Идемте. Так, ну вот так, друзья, это выглядит. Уже вижу какой-то светильничек интересный. Сейчас глянем. Керамика. Так, гляньте, какой поднос на металле. Какая красота. Вот и сервизик. Это Оскар Шалер. Тарелочка со свадьбой золотой. Голден Хохцайт. Пороюсь, может что-то есть. Нет, друзья, ничего я тут не нарыла. Дальше. Книжкам. Алло. Не знаю. Фаянсовые фигуры. Это алька, правильно? Да. Во всей красе. Это что за блюдо антикварное? А вот какие собаки. Ну, это фаянс, друзья. Это розенталь. Что попадается много нам зелененького. Прелестные тарелочки.
чудесные. Все в остатках, друзья. Очень интересная. Так, еще моя одна слабость — это живопись. Ну, это не пойму, что это. Не, масло, масло, друзья. Красиво. Люблю такие рамки светлые. Красиво. Kennen wir den? No. Gestern habe ich mit dem Herrn Schatzmann telefoniert. Ach war? Den Herrn Schatzmann? Ja, ich habe bei der Elternung mit dem Lehrern gegangen. Ich wusste halt erst gerade, wer dran ist. Dann sage ich, wer ist das? Sebastian von Firma. Ja Mensch, Sebastian. Wie geht's dir denn? Mein Dad war schon immer freundlich zu mir. Ne? Вот такое трюмо. Эти симпатичные очень. И тяжеленькие, как и положено. Что тут валяется, друзья? Жалко. Шумом. Таточка, сервис Томас, прекрасный. Какие тарелочки. Сервисы. Так, сейчас перейдем. Тут тоже это все же. Остаточные явления. Стал антикварный. Жалко эти остатки. Не тортай. Какой-то.
Вот вам, пожалуйста. Что происходит? Очень жалко. Она хоть тут стоит. Тут что-то хрустальное. Das ist Kerze? Hm? Kerze? Ich glaube, ihre Vase. Vase? Ach, dann ist Kerze. Vielleicht Kerze. Были интересные экземпляры на состояние, как я себе, друзья. Так, ну остался последний ряд. Прелесть. Йохан Фавелюнд. Это вообще невероятная красота.
челюсть. Как меня умиляет эта обувь. Смотрите на красоту. Так, а вот это Англия, да, Рояль Альберт. Что-то похожее когда-то было у меня. Красиво. Очень. Очень люблю тоже. Есть. А, богемия это, да? Да, да. Угу. Угу, ну да. Чего не видела, шумом. Детская тарелочка. Вообще не знаю, кто это. Поставить на стол это. Может, просто разобьется. Поставлю. Собачка еще вот такая, с лошадкой. Так, гляньте. Светильники и люстры. Еще какой-то сервиз. Ну, вот такой сегодня обзорчик, друзья. Что-то было, что-то даже приобрела. Смотрите, какая прелесть. Кожаная. Können Sie für 2 Euro? Ich komme gleich wieder. Визитки. Лежат. Шмук. Вот урон. Красиво. Я бы сказала, роскошно. Как это выглядит. Такой чемоданчик. Ну что ж, друзья. На сегодня это весь обзор. Все-таки кое-что мы с вами увидели. Я даже прикупила. Перехожу на живопись. Картина. Я не могла ее не взять. Очень люблю подобные оттенки. И спокойные. Эта рама невероятная. Немножко ее надо привести в порядок. Все будет отлично. Всего вам самого доброго. В ожидании прекрасной весны. И до новых встреч, друзья. Всем пока.